Всем привет! Сегодня будем делать белково-заварной крем обычным ручным миксером. Сахар, воду и лимонную кислоту ставим на огонь. Пока она не закипит, не мешайте. Как закипело, начало бурлить, просто временами потряхивайте сотейник. И вы будете замечать, вначале оно очень жидкое, потом дальше будет немножко густеть. Пока наш сироп варится, нужно взбить белки с щепоткой соли до образования таких мягких, легких пиков. Белки взбиваются быстро, ну, минутки 2-3, может быть. Сахар в это время, ваш сироп варится, и вы замечаете, что он у вас пожелтел немножко, стал такой более карамельный, и пузырьки у вас лопаются не так активно. Теперь берем воду холодную из-под крана и ложечкой капаем туда капельку сиропа нашего. Если собирается мягкий шарик у вас, то все, сироп ваш готов. Начинаем снова взбивать белок наш и потихоньку струйкой наливать наш сироп. Только будьте аккуратны, потому что он очень-очень горячий. В этом плане, конечно, очень удобно иметь стационарный миксер, либо планетарный. Ну вот, в принципе, ручным миксером можно сделать это тоже спокойно. Конечно, не так комфортно, наверное, но тоже вполне возможно. Этот крем можно хранить в холодильнике какое-то время, потому что здесь белок уже не сырой, а заваренный таким горячим сиропом. Но учитывайте, чтобы посуда и венчики у вас были все обезжирены. Если попадет небольшая капля какого-то жира либо желтка, то ваш белок просто не поднимется. Крем получается очень устойчивый, хорошо подходит и для украшения торта. Можно делать из него цветы, ну, добавлять краску, пищевые красители любые, наполнять им трубочки, корзинки. По вкусу он получается очень легкий, такой вот, с небольшой кислинкой, со вкусом карамели. Вы можете добавить немножко ванилина и взбивайте до тех пор, пока у вас не устанет рука, а вернее, пока не остынет ваша кастрюлька. С того момента, как вы начали заливать сироп, вы, не выключая миксера на высокой скорости, его постоянно взбиваете. Если ваша кастрюлька остыла, все, ваш крем уже готов. Вы увидите, что он густеет, масса очень сильно увеличилась в объеме, и он становится перламутровый. Очень вкусный крем получается на самом деле. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!